Колба Хантер здесь. Здесь Колба Хантер? Да! Слушайте, у нас сейчас будет для вас очень важное объявление. Которое вы не новость знаете. Новость отличная, да. Кто-то знает, кто-то не знает, но большая часть не знает. Руслан, давай, скажи, что как. В общем, короче, Ама CRM купила долю мою Колба Хантер 50% полностью. Я всех безумно очень люблю, мне очень тяжело сдерживать эмоции, и где-то ночью я написал нескольким людям смс с текстом, завтра это, я думаю, будет СМИ, во многих очень Цукерберг, и от Миши поступило предложение конкретное, и через несколько часов, через 7 часов Миша сказал предложение, и через несколько часов поступило второе предложение с суммой в 2,5 раза больше. Вот, второе предложение отклонили, потому что вторая команда была чисто инвесторов. Вот, а здесь в компанию «Хантер» входит одна из сильнейших команд в России вообще, с точки зрения стартапов. Это очень известный проект, там АСРМ, Миша, я думаю, вы все знаете уже. И я думаю, что с учетом того, что создано здесь, да, то есть там, с учетом того, что вам CRM порядка 500 000 регистраций компаний, порядка 10 тысяч платящих клиентов, синергия будет довольно большая. Плюс вам CRM есть в Америке. Вот, я по-прежнему в теме, на любых выступлениях, где я буду выступать лица Колба Хантера. В принципе, вот все, что я могу сказать. Давайте я что-то скажу. Давай. Меня зовут Миша. Я один из четырех основателей Ама CRM. Нас вообще четверо. Ну, чтобы вы понимали, это я, Егор, Сережа и Денис. Я вроде как самый большой, но я еще из одного основателя Q-Soft, Ама CRM уже с Q-Soft. У нас довольно дружная команда. У нас много людей. В сумме, наверное, человек 200. Мы вообще, кстати, с Ама CRM дружим с самого начала. Топ-генераторы, да. Ама CRM первые исследования, иначе даже совместно. Мы подружились до появления еще Колба Хантера. И действительно, когда Руслан сделал это предложение, я, понятное дело, что сразу согласился. Компанию продали по любой цене. Практически так. Это не прикол. То есть по любой цене смс-ка была такая: Михаил, мы принимаем любое предложение. И это так и произошло. Да, но перед тем, как я поговорил с Ильей, для меня было очень важно, что Илья это поддерживает. На самом деле, за эти 7 часов, о которых говорит Руслан, я фактически разговаривал с Ильей. Мне было очень важно понимать, что команда это поддержит, что мы с Ильей договоримся. Я понимаю, что это кажется сюрреалистично так быстро договориться, но для меня очень важно, чтобы это действительно не была покупка в духе «купили и забрали», а это действительно скорее инвестиция в компанию, в которую лично я верю. Я верю в вас больше, чем вы сами все верите. Я почти уверен, что мы очень легко удвоимся. Для нас это не инвестиция, как для фонда. Мы заходим, чтобы развивать бизнес. Мы знаем, как его развивать, мы знаем, как сделать грамотную синергию с Ама CRM. Мы знаем, как задействовать ваши компетенции, как помочь своими компетенциями. Еще очень важный момент. Колба Хантер не будет частью Ама CRM. Ни в коем случае. Это самостоятельный проект. Менеджмент весь на местах. Да и вообще, у меня есть такое правило, я тут уже говорил вашим ребятам, топом. Я один раз только входил в большую, в существующую компанию сравнимого размера. И с тех пор я зарубился на одно простое правило. Сначала ничего не меняй. Я тогда сразу включился, начал что-то менять. Это была моя самая большая ошибка. Поэтому у меня установка в ближайший месяц вообще ничего фундаментально не трогать. Ну, вообще не лезть. Потому что я считаю, что сейчас я только наврежу, если полезу. Ну, то есть, да, я участвую, я советуюсь, обсуждаю. Но глобально смотреть, следить, вникать, знакомиться. Но ни в коем случае ничего не ломать, не крушить. Потому что поломать легко, построить тяжело. Это разные компании, с разной культурой, с разным ДНК. Ну, и много-много чего разного. И общего. И много общего, да. Я считаю, что мы яркие конторы. Колба Хантер очень яркая компания. А мы все равно яркая компания. Мы работаем на одном рынке для одних клиентов. Многие наши клиенты пересекаются. Мы очень быстро получим первый позитивный эффект, очень быстро. Ну, просто за счет синергии. Я считаю, обе компании молодые, культура во многом похожа. Я думаю, что на вашей работе это отразится позитивно. Я в это верю, я в этом уверен.
И нам должно понравиться. Добавь, Илья, что ты знаешь? Синергия сама CRM – это то, что нам даст рост уже второй. Это будет рост более, что ли, это самое осознанное. Это будет рост стабильный. Пусть не в разы, да, но он будет очень долгий уже теперь в этот раз. Он будет длительный, стабильный рост. Мы будем идти вместе сама CRM вперед. Вот это самое важное, я считаю. На самом деле изменения к лучшему. Пожалуйста, никому ничего не говорите. Вот, это все, это Silicon Vacanter, AMA CRM, короче, даже из сделки вымутить пиар. Я представляю заголовок, компанию Call Vacanter купила AMA CRM за 7 часов по смс. Что, давайте попробуем. Может, вопрос есть какой-то? Нет? Шампанское нужно было взять. Ну да. У меня кукол. Встреча. Может, у них спросить, а он как-то перескажет. Но еще раз говорю, мне кажется, что основной продукт перспективный. Мне кажется, что вы даже сами не понимаете, насколько. Вы даже сами не понимаете, в какой перспективной вы находитесь нише. Я сейчас говорю даже вот в широком смысле. Вы удивитесь. Вот иногда так бывает. Когда люди делают, и даже сами не понимают, насколько крутую вещь они делают. Ну реально, в подвале этого помещения, ну то есть на минус первом этаже, создали бизнес-модель, там Максим Георгиев, Денис Тарсков, Илья и я, да, которые, и всей командой, которая была, Рома, да, то есть Гуров, Серега, то есть все, Макс Калинин, который здесь, да, где-то. И это абсолютно оригинальная бизнес-модель, сколько клиентов? 85 или сколько? 93. Она даже не в курсе, да. 94 тысячи клиентов так или иначе коснулись компании, и это не Groupon, которые свистнули, да, с Америки и тут запустили. Это абсолютно оригинальная бизнес-модель обычных русских пацанов. Ну, я вообще, кстати, когда некоторые цифры видел, я так охерел от восхищения. Вы просто, ну, для вас-то норма. Некоторые метрики меня неприятно расстроили, а некоторые, правда, произвели просто фантастическое на меня впечатление, неизгладимое. Вы просто даже не понимаете, что на некоторых местах вы делаете невозможные вещи. Да вы это делаете просто каждый день, но этого даже не понимаете. Я в теме. На канале по-прежнему выходят ролики про Call Vacanter. И все, что касается роста, то есть покуда бьется сердце, то есть покуда будет возможность, я буду двигать эту компанию. Потому что она моя, она... Вернее, компания уже, возможно, не моя, но команда, которая здесь стоит, моя. Поэтому я хочу сказать, что я на самом деле никогда не старался строить компанию, я старался строить команду. Вот. Давай, все, короче, не могу больше. Будет знакомство двух компаний, будет? И у нас будет следующая конференция 28 октября в Олимпийском. И я бы, конечно, хотел, чтобы вы в этом тоже приняли участие, как полноправный участник. Было бы здорово, если бы тоже у вас был какой-нибудь релиз на 28 октября. Мы бы тоже к нему бежали, это позволило бы нам вместе синхронизироваться. Я думаю, было бы неплохо. Самое ценное, что сейчас у нас есть, да, то, что у нас будет, начиная с завтрашнего дня, уже даже с сегодняшнего дня, если уж абсолютно честно, то еще и позавчера, после нашей встречи с Мишей уже, это то, что Миша человек, который все то, где мы были и где мы будем в ближайшее время, он уже это сделал. Для нас с вами открывается перспектива не только серьезного роста, но и в дальнейшем это опыт выстраивания глобального бизнеса. Это то, что сейчас делает AMA CRM. Только я тебя чуть поправлю. Step by step. Ну, потихоньку. Постепенно. Потому что бизнес – это марафон. Нам надо много, долго и по чуть-чуть добиваться. Лучше долго и по чуть-чуть, чем за раз и много. Просто хочу, чтобы вы к этой мысли привыкали. Если мы всерьез и надолго, это надолго. Если за раз и много, извините меня. За раз и много есть Руслан. В этом наше принципиальное отличие на самом деле с Русланом, что Руслан нужен, когда нужно резко и сразу, а мы надолго. Поэтому, да, я думаю, что потенциал фантастический. Я думаю, что Call Vacanter вас еще удивит.
Выпили бы, если было что. Отправьте уже Андрея. Спасибо вам всем. Спасибо, ребят. Не стесняйтесь, приходите. Это Миша, это было в стиле, короче, Колбы Хантера. Он перезванивает за 8 секунд, а сделка за 7 часов. Такой, это, мне кажется, рекорд вообще, да? Да. Вот, друзья, еще я что бы хотел сказать по поводу суммы. У меня нет 100 миллионов долларов, вот. Вы не переживайте, то есть я живу в лесу, приезжайте, короче, загорать, купаться в волейбол. Вот, это не стоит никаких денег, двери всегда открыты. Деревня Еремина, короче, просто звоните. И мы вам скидываем WhatsApp-ветку, вы приезжайте, хоть сколько человек. Я запомнил, Руслан. СМС каждый день приходит, приезжай, выходи.